Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Ученые пытались понять, боятся ли одни пауки других пауков, и оказалось, что да. В первом тесте вы можете наблюдать, как паук заметил объект и пытается рассмотреть его поближе. А во втором тесте паук замечает искусственного паука, пугается и убегает. Что говорит собака? А эти две коняшки будто бы впервые целуются. Эй, идите сюда. Если вы не знали, то туканы издают милые звуки, когда счастливы. You are annoying! Есть река в Индии, которая в индуистской культуре считают священной, и поэтому в нее приходит купаться очень много людей. Но проблема в том, что из-за химических выбросов на ее поверхности образуется ядовитая пена. Вот как выглядит перезарядка снаряда в танке. Вы спросите, почему этот фермер собирает сено в городе с населением 300 тысяч человек? Все это – результат законных действий фермера, который отказался продавать свою землю застройщикам. У одного из моих подписчиков собака очень любит смотреть мои видео. Всем привет, это ваша ежедневная доза интернета. Спасибо большое за просмотр, очень надеюсь, что вам понравилось, и вы поставите лайк под этим видео, а перевел и озвучил виски. Ага.